Огромную кучу костей, сброшенную во враг на берегу лимана между селами Александровка и Свердлово, обнаружили велосипедисты. Говорят, что впервые зловонный могильник тут появился еще в начале июня. Когда подъезжали ближе, стая воронья крутилась. Подъехали, вот увидели, там еще свежие кости были, вот красные такие остатки, мяса на костях явно. И запах ужасный был. Проскочили мимо просто, чтобы не смотреть даже. В начале недели спортсмены обнаружили, что во враг выбросили новую партию костей. Их количество впечатляет. Фотографии незаконного могильника в соцсетях привлекли к нему внимание руководства ближайшего села Александровки. Чиновники провели проверку, результатами которой поделились с журналистами. То не наша территория, то землю або Фонтанский, або Свердловский. Однако местные жители напомнили, такой же могильник можно увидеть в центре Александровки, в 200 метрах от детского садика. На огромном пустыре его обнаружили еще год назад. Вот так это выглядело тогда. Ого, столько его уже тут. Ого. Дышать нечем. Теперь эти кости с дороги не видны. За год они частично разложились, частично поросли тонким слоем травы. Никуда не делся жуткий запах. Трупный яд, він нікуди не дівається. Оце все оцей сморід. А тут в минулому році тут взагалі неможливо було тут пройти, проїхати. Тут така вонь стояла. Эти зловония успели почувствовать все, кроме сельсовета, где о могильнике годичной давности ничего не слышали. Про це ми не знаємо, ми заїдемо, відповідно подивимося і зробимо виводи, понимаєте? Подивимося, як і хто це. Беремо участково, беремо групу, создаємо і все це продивляємося. Александровці настаєвають на немедленній ліквідації двох могильників. Це село, це вода, це корови п'ють, це скот п'є, гуси, качки. Потім ми удивляємося, тут у нас болячки беруться. У дітей, чому вони боліють. Це ж інфекція, мабуть, є місця, куди це все утилізується офіційно, мабуть, десь там. Ответа на вопрос, кто стоит за сбросом костей, в сельсовете пока нет. Крупный мясокомбинат, расположенный в Александровке, у чиновников подозрений не вызывает. На сессии для скотомогильника и все мы не выделяли. Цього всього, понимаете? І вони утилізацію, як вони кажуть, вони роблять самі на території. Вони нам дали відповідь на те, що ми це не викидали. На самом комбинате ситуацию не комментируют. Все двери наглухо закрыты. Не достучаться даже до охраны. Жители Александровки предлагают взять ситуацию в свои руки. Можно, наверное, здесь подождать. Думаю, что подъедут и так на горячем их. Виталий Хемий, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер».